Хей-йоу всем, с вами Лирис. Сегодня я поиграл в Bad Wars на Неруксе. Чтобы усложнить себе игру, я играл только драг-кликом. Ну, почти только драг-кликом. Ну все, гоу-гоу-гоу-гоу! Это будет потно. Все, погнали, Монли. Хотел сказать Only Moonwalk, но я вспомнил, что я это чисто драг-клик челлендж. Я могу даже, ну, бриджинговое строиться, да. Божественное строительство вообще. Окей, погнали. Да, я могу строить обычными способами, но я почему-то строю все равно мундволком. Как же сложно закупаться. Это так непривычно прям. Ох, ё-моё. Блин. Фак. А, да фак. Блин, сложно драг-кликом вообще играть. Особенно, когда я указательным пальцем не могу драг-кликать, потому что не знаю почему, но у меня указательным пальцем не получается. Хватит тупить. Чисто драклик. Не стоит с мунуком так, как я в этом видео, поскольку я очень плохо строился и вообще делал это неправильно. Стопит! Нет! Нет, не трогай! А, он упал. Ха! Ой, я дракликом только мунволкать могу, дядя. Не дядя, это тетя получается. А, па-па-па! Па-па-па, изи. О, гад. Я не могу аимиться, просто я не могу. Нет, нет, нет! А, я скину? Я не могу закупаться драг-кликом, это слишком сложно. А, что так сложно, а? Блин, да как? А, нет! Да нет! А, ладно, я выжил. Ты не трогай меня, я тут живу, вот, на острове, да. А, на что я надеюсь, все равно эта катка никак я не выиграю, потому что у нее блоков нету. А с одним КП сыграть было бы легче, не знаю. То есть главное не падать, потому что мне закупаться очень долго. Да! Да, да, тут же упал. Опа, скилл, вот это скилл. Вот это нормально. Окей. Чё, какой-то Петька получается у нас. Ого. Блин, я... Чё я сделал? Я на все блоки просто палки купил. Да блин, я даже строиться не могу. Почему это так сложно? Ладно, год бриджинг. Три блока или там четыре было, я точно не помню. Сойдет, нормально. Да я не могу так играть. Так, вот мог бы я докликать нормально указательным пальцем, а? А, ну ты умер. Нет, ну это реально нереально. У, а у меня теперь Пикачу на кофте, да, на кофте. God one man. Бог один человек. Привет, дядя. А, нет, да. Ну хотя бы ты упал. Я думал, ты выжил еще. Нет. Нет, да. Не пройдешь. Да блин, я даже ему слил. Да как так-то? Какая-то земля меня победила. Ну да как ты меня победил? Ну как он победил меня вообще? Я не понимаю. Да у меня худая рука, я похудел, что ли? Пора жрать. Где еда? Ловите корову. Будем жарить, да, стейки кушать. Слышите этот звук странный? Ой, у меня один вопрос. Зачем я купил вот эту штуку? Не блоки, а палку, откидывалку. Да, если что, у меня драклик 8 кпс, у меня нормально. Вот, так и живем. Стоп, отойди. Чё, как... Ладно. Я готов дракликать. 100 кпс. Нет, не 100, но сойдет тот. Да, блин, драклик, какой же он сложный. Ой, опять этот год один человек. Нет, год один мужик. О, мужик. Да? Опа! Закомбил дракликом. Там 3 кпс, что ли, драклик? Стой! Нет! Я ж позорил, ты сказал же, стой, ну зачем ты? Это самый жесткий игрок среди них, я в этом уверен. Просто гляньте на его суровое лицо. Стой, пожалуйста, нет! Да нет, а подожди! Я же за криками играю, ясное дело, что я вообще ни разу не выиграю. Всем привет, сегодня я с Арбузи, да? Да ты уже достроился, да почему ты такой быстрый? Опа, отлетел, улетел, что, мало весишь, да? Кушать надо хорошечно, а? Стоп, как я буду кровати ломать с драг-кликом? Да нет, это нереально, я не знаю. Как это играть, как это тащить? Ну, чувак, отойди! Бля. Ой, больно в ноге, ну почему ты так меня скидываешь каждый раз? Новая карта, как же она мне нравится. Нет, тут не стройтесь вверх, я не могу вверх лезть, ну вы понимаете, мне драклик.
Имейте уважение к дракликерам, ну пожалуйста. Мы не можем нормально PvP, нам нужно нормально на имс, и потом только кликать. Эй, моя тактика, надавить на жалость, что-то не работает. Ну ладно. Так что может челлендж разрушить и в некоторых местах использовать обычный клик. Да нет, я даже кровать сломать не могу, я не могу дракликом ничего ломать. Короче, челлендж невыполним, потому что я кровати ломать не могу, и мне, короче, надо использовать клики. Например, при закупе, вот. Все, теперь я могу закупаться нормально. Падать лучше не надо, Лирис. Падать лучше не надо. Сломал? Да, все. Ты шо, на меня лезешь, да? За дракликую. Тут до смерти нет. Ладно. Tap it, get some help. Фак! Нет, не трогай меня, пожалуйста. Блин, это да. Нет, это Аллах. Блин, я же могу нормально закупаться, почему я закупаюсь, как не знаю кто. Чё я еще скинул? Вот это скилл! Скучаем Васю! Ран, Вася, ран! Не давай желтым шанс вообще ничего. О, я Наруто. Саске! Нет, не Саске. Это, конечно, бред, да. 4 блока просторится мандалками, это уже хлебобулочные изделия. Ой, у меня что-то подгорает, что-то жарко становится под моим креслом. Ух. Хотя бы одну. Нет, это вторая кровать получается уже. Нормально. Золото есть, может, с луком закупиться. Хотя я с дракликом фиг постреляю с лука. Привет. Пока. Вафак, что ты меня скинул? Я же так хорошо все сделал. Ну, блин, это была моя вторая кровать за одну катку. Это был бы вообще рекорд с дракликом. Да, блин, я же почти залез. Ну, ты что делаешь? Вторая кровать за одну катку. Вот это скилл. Ай, упал. Нет. Дефицит хп. Стоп, зеленый. Где ты? А, не зеленый, это я. Ну, красный. Фак. Серьезно, да как я прыгал? Нет. Трибло. Эй, трибло, подойди-ка сюда. Ты сейчас возьмешь всех, убьешь, а я просто потом тебя добью. Не, он ливнул. О, великая YouTube курочка, пожалуйста, дай мне затащить эту катку, пожалуйста. Ну, YouTube курочка, ну, пожалуйста. Well. Ух, я его скинул. Вот это профессионализм. Блин, ну это... А мне кажется, этот чувак тоже дракликерин какой-то выполняет. Вы говорите, это его АИМ? Да, он тоже дракликерин выполняет. Ну, чувак, удачи тебе, да. О, великая ютуб-курочка, пожалуйста, дай мне затащить эту катку. Нет. Заткни! Опа, вода! Опа, ватер флип челлендж. Ватер лирис флип челлендж. Да, каратель лени. Каратель лени. Он карает лень. У меня теперь вместо нимба будет шапка. О, мода, потому что зима, нужно тепло одеваться. Нет, ну пожалуйста, нет, не ломай. Я даже его не добил. Челлендж невыполним, потому что я вообще не могу дракликать левой кнопкой мыши. Если я смог, конечно, смог бы дракликать, стоя, ну, держа мышку полным хватом, тогда бы я попытался бы, но мне нужно отпускать полностью мышку для драклика, так что, этот челлендж пока для меня невыполним. Время вопросиков. Рома Думрачев спрашивает: Лирис, через что ты монтируешь видео? Я монтирую через Magic Vegas Pro 14. Лаунчик спрашивает: как тебе новый трейлер Мстителей? Трейлер очень загадочный и прикольный, мне понравился. РДЖ спрашивает: ходишь ли ты на тренировки какие-нибудь? Ну, я хожу на тренировки в гильдии. Гильдия, что? Да, это наша гильдия на Хайпикселе. Если хотите попасть в нее, то можете подать заявку в группе Дискорда. Ссылочки, если что, в описании. Ну все, не забывайте задавать вопросы в комментариях, если вы можете попасть в следующий ролик. А монтировал, снимал для вас это видео Лирис. Желаю вам удачи и хорошего настроения. Аривидерчи!